Ну а праздник в Одессе, судя по всему, продолжается. На Дерибасовской сегодня день объятий. Там сейчас находится и наша съемочная группа. Леся, расскажи, почему решили обниматься именно сегодня и есть ли желающие поделиться теплом? Здравствуйте, студия! Мы находимся в центре Одессы, в горсаду. Сейчас здесь начнется очень приятная и позитивная акция. Сегодня одесситы будут дарить друг другу объятия. Все это проходит в рамках добрых дел. Неделя добрых дел. Значит, сейчас подробности, собственно, мы узнаем у организатора. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мейеров Иван, председатель молодежной организации «Лайт». Мы являемся организаторами данного мероприятия. Называется так «Мило обнимашки». Мы дарим тепло, улыбки, объятия людям, одесситам, гостям города, всем желающим, проходящим мимо нас. Иван, расскажите, вы любите обниматься? Конечно, очень люблю, ведь объятия – это то, что дарит нам тепло, внутренние чувства, эмоции и так далее. Скольких людей вы уже обняли сегодня? Сегодня мы только начинаем, но в прошлом году чуть больше 1000 было в рамках всего проекта. Какие планы на этот год? На этот год мы планируем трижды провести эту акцию. Вот сегодня первый раз, и раз в неделю будем проводить еще подобную акцию. Давайте обнимемся тогда. Давайте. Подобные акции, фрихакс или по-простому бесплатные обнимашки, они устраивают в разных городах, в разных странах уже несколько лет подряд. Точно нельзя сказать, где впервые прошла эта акция, но известно, что инициировали ее студенты. Так что если вы любите обниматься, делайте это. Мы тоже сейчас пойдем обниматься. Валик, идем обниматься. Спасибо, Леся. Я напомню, это был наш корреспондент Леся Повар и день объятий на Дерибасовской.